Я испытала шок. У нас в теплице проснулась медведка. В том году у нас было подозрение на медведку, и поэтому в конце марта я разложила приманку в грунт и по периметру теплицы от медведки. 31 марта мы притянили теплицу. В первых числах апреля я перенесла рассаду в теплицу и готовила 3 грядки под посадки баклажана, перца и огурчика. Дополнительно при посадке я приготовила еще один препарат, биопрепарат. Тогда я еще не знала, есть у нас медведка или нет. И в момент посадки на соседней грядке вылезла она, медведка. Биопрепаратом я пролила все грядки от медведки и дополнительно еще разложила приманку от медведки в грунт и по периметру теплицы.